Автомобиль вот с полным приводом действительно востребован и зимой, и летом. Бригаде будет действительно, ну, комфортнее работать, быстрее, оперативнее. В автопарке Самарской больницы номер 4 пополнение. Новая неотложка на базе внедорожника «Нива». Многие пациенты живут в частном секторе, поэтому здесь и нужны полноприводные машины. Это очень большое подспорье для медицинского учреждения получить новую машину. И, конечно, и доезды, и доступность помощи медицинской увеличится, ну и, соответственно, качество медицинской помощи. Новые «Нивы» получили и 6 самарских поликлиник. В каждой из них работает служба неотложной помощи. Врачи и фельдшеры, диспетчер, санитарная машина. Они работают по вызовам, где нет угрозы жизни и не требуется экстренная медицинская помощь. Часть обращений поликлиники передает служба скорой помощи. Я надеюсь, это только первая ласточка для города Самары. И в течение года будут еще автомобили для оказания неотложной помощи нашим жителям. Что, на мой взгляд, существенно улучшит оперативность именно неотложной медицинской помощи. Новую технику закупили на средства национального проекта здравоохранения. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов. События.